Привет, друзья! На экране качество работы часов вымпел. Это ранний вымпел с маркировкой вот в этом нижнем углу. Сейчас мы перенесемся. Вот здесь маркировочка золота 20, напыление 20 микрон, АУ 20, только с прописью не АУ надпись, а надпись золота. 1МЧЗ это механизм, первый московский часовой завод, порядковый номер. И работа маятника показана на ваших экранах. На камнях 23-камневка, шикарный корпус, состояние отличное. Сейчас покажу вам внешнее состояние. Вот такой вот красавец. Сам механизм, первый московский часовой завод имени Кирова, вымпел, достаточно редкий экземпляр, плоский, это аналог и прародитель первых полетов Deluxe, часы вымпел, такая вот прелестный экземпляр, достаточно редкий. Друзья, не скупитесь на комментарии, ставьте на паузу, пишите ваши комментарии ценные, мне они очень важны. Всегда стараюсь на все, не стараюсь, отвечаю на все. Стараюсь снимать интересное видео. Пишите, что хотелось бы увидеть в обзорах. Всем пока!